школе Горки 10 обучаются 1130 учеников и работают 50 преподавателей. Это дружный, сплоченный коллектив, в котором уже установились свои традиции. Каждый год накануне профессионального праздника учителя всем составом выезжают в театр. Замечательную театральную постановку посмотрели в главных ролях Аронова, Спиваковский, и были все очень довольны. И также наши дети не забывают о нашем профессиональном празднике, готовятся уже целую неделю, репетируют по утрам, по вечерам, практически по ночам. Готовят сюрприз. Педагоги честно признаются, какой именно будет сюрприз, они не знают. Школьники рассказали об этом по секрету нашей съемочной группе. Это пока что секрет, но я вам могу рассказать. В общем, мы подготовили концерт, на котором будут выступать и ученики начальной школы, и мы тоже, как выпускники и будущие, тоже будем там выступать. Поздравить с профессиональным праздником приехал депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков. У вас очень важная, ответственная, сложная работа и заслуживает самых высоких оценок. Вы на передовой всех общественных процессов, и из ваших рук выходят будущие граждане нашей страны, чемпионы, медалисты, герои. И, конечно, хотелось бы вот вас пожелать вам в этот день всего самого теплого, светлого, наилучшего. В завершении поздравительной речи парламентарий вручил педагогическому коллективу благодарственные письма от Московской областной думы. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».